Блокировка аккаунтов Russia Today и Россия сегодня Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads разработает в течение нескольких дней, заявили в руководстве корпорации Meta. После тщательного рассмотрения мы решили расширить наши меры против российских государственных СМИ. Россия сегодня, RT и другим связанным с ними организациям запрещено использовать наши платформы по всему миру за попытки вмешательства за рубежом. Из публикации агентства Reuters со ссылкой на заявление компании. Решение Meta стало известно после того, как США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы, намеченные на 5 ноября 2024 года. Минфин США ввел санкции в отношении российских пропагандистских организаций и физических лиц. 13 сентября в санкционный список попал и российский пропагандист Дмитрий Киселев и несколько пропагандистских медиа «Россия сегодня», «ТВ Новости», а также «Евразия». Под американскими санкциями теперь и руководитель РТ Маргарита Симоньян и ее подчиненные. В Вашингтоне заявили, телеканал Russia Today распространял в интернете пророссийский контент, чтобы повлиять на американцев. Так, с октября 2023 года по август 2024 двое сотрудников РТ направили компании в штате Теннесси больше 9,5 миллионов долларов на создание контента для публикации в социальных сетях. С ноября 2023 года эта компания только в YouTube распространила около 2000 видеозаписей. Сегодняшние действия подчеркивают продолжающиеся усилия правительства США по привлечению к ответственности спонсируемых государством субъектов за действия, направленные на подрыв общественного доверия к нашим институтам. Министерство финансов не отступит от своей приверженности защите наших демократических принципов и целостности наших избирательных систем. Джанет Йеллен, министр финансов США, на сайте Министерства финансов США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские государственные СМИ вмешиваются в политические процессы не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Благодаря новой информации, во многом исходящей от сотрудников РТ, мы знаем, что РТ обладает кибервозможностями и задействована в скрытых информационных операциях, операциях влияния, а также в военных закупках. В рамках расширенных возможностей РТ российское государство внедрило внутрь РТ подразделения с возможностями для кибероперации и со связями с российской разведкой. Энтони Блинкен, государственный секретарь США, из публикации BBC News «Русская служба». Почему только сейчас США опомнились и решили, что RT – это часть разведки, непонятно. Вот лично для меня, я никогда в этом не сомневалась, но очевидным доказательством, которое даже не нужно было, знаете ли, собирать, используя там американскую разведку или что-то еще, стало интервью, так называемое интервью, которое Маргарита Симоньян взяла у двух российских ГРУшников – Шишкин, Мишкин, Петров Мишкин, в общем, два эти, да, Петров Баширов, которые отправились, пытались убить Скрипаля в Великобритании, да, то есть это был акт нападения. Работала на Кремль и российское консалтинговое агентство социального дизайна. Говорится в расследовании Süddeutsche Zeitung и телеканалов НДР и ВДР. Руководит этой структурой кремлевский политтехнолог Илья Гамбашидзе. Компания через социальные сети проводила информационные операции против Германии во время выборов. Занимается АСД и распространением подделок официальных документов, как, например, пресс-релизов Министерства внутренних дел Германии и таможенной службы Польши, о чем в том числе идет речь в видеопрезентации компании. Из публикации издания «Радио Свобода». Внутреннее название группы российских фейкоделов «Команда И», пишет Центр Досье. Курирует ее лично глава администрации Путина Сергей Кириенко. Основные направления работы – Украина и Запад. В Украине кремлевские пропагандисты пытаются дискредитировать украинское руководство, внести раскол в общество, деморализовать ВСУ. Для западной аудитории задачи немного иные – ослабить поддержку Украины, расколоть общество по резонансным темам и продвигать нужные Кремлю политические силы. Частичные результаты работы команды И стали известны публике, когда французские власти в июне 2023 года разоблачили операцию «Двойник» — широкомасштабную кампанию по цифровому вмешательству и дезинформации, осуществленную Россией во Франции. Из публикации на сайте Центра Досье.
Западные журналисты называют российские поддельные сайты «двойник». Их созданием в том числе занимается структура Гамбашидзе, агентство социального дизайна. В марте 2024 года Минфин США включил ее в санкционные списки за создание сети из фейковых сайтов, выдававших себя за реальные СМИ. Юлия Грановская для телеканала Freedom.